Здорово, Империя. Микрофон Артем, это канал Snowworm TV. У нас новая старая игрушка. Но это очень старая игра, 2015 года игра. Просто она очень прикольно выглядит, мне понравилась. Такая, знаете, эдакая MS-DOS. Как бы, вот. Игры, короче, на DOS, которые выходили. Вот они примерно так вот выглядели. Начать уровень. Погнали. Корпорация, кошка, лягушка. А, еще... Не прикольно, что не на весь экран? Нельзя вот этот черный экранчик раздвинуть почему-то. Лягушонок Керми какой-то. Да, директор 5 сердится. Причем она, смотрите, на русском. Так. Удачи в работе. Куда-то телепортировали. Cat and Frog. Так, форт в захолустье. Stage 1. Не ту кнопку нажал. Погнали. Так, стой. Кто? Тут, кстати, я так понял, оружие есть какие-то другие. Судя по тому, что тут есть бластер нарисованный. Возможно, можно переключать их. А, я вот так, ну, прыгаю высоко. Ну, не чтоб высоко прям. Зачем я эти штуки ломаю? А, ну с них монетки падают. Возможно, монетки нужны будут. Вот так, если играть, да, ну, на этот похоже, на Баки оф Хара. Чем-то. Возможно, вот этим зелененьким лягушонком. Там только кролик бегает, конечно. Что-то как напомнило. Ух, нифига себе. Там просто тоже что-то про космос. И он бегает, стреляет там. Мы защищаем планету от инопланетных вторжений или что? Встань. Ай-яй-яй. Так и думал, что на них нельзя нарваться. О, спасибо. Сердечко. Так, как туда наверх добраться? По лестнице. А я допрыгну? Да, прыгну. Чего тут? Монетки, может, для улучшения нужны здесь? Пока непонятно. Мы же не просто так их собираем. О! Чекпоинт? А, во, купить можно. Пистолет. Какое оружие вас интересует? Там же, говорит, ничего пока нету. А, можно улучшить. 10 монет стоит. Автомат. ХПшку можно купить, да? Плюс одна. А, вот. Плюс сердечко. Блин, ну у меня нет столько. Так, иди отсюда. Ну вот, немножко улучшили оружие. Теперь оно вот так стреляет. И дальность такая теперь нормальная стала. Оп. Побежали. Кто это? Что это? Мышь? Кто это? Ага. Это была змеюка подколодная.
Вылазь. Вылазьте. Сейчас монет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Они бегают? Я думал, они просто вылазят. Бля, теперь одно сердечко нужно. Ой, ты кто? Так, дайте сердечко. Ладно, хоть эти взрываются. О, сердечко. Отлично. Так, его переплыть лучше. Ай-яй-яй! Нет! Так, оружие отобрали, да? Нет, по-моему, не отобрали. Надо, чтобы он дошел. А он не отходит, да? Как-то так. Можно, кстати, вот на эту штуку запрыгнуть. Только зачем? Тут нет секретов никаких. Блин, с них даже сердечки не падают. Ни сердечек, ни монеток. Вот, сердечко-то хорошо. С каких-то кустов зато падают сердечки. Сейчас босс будет... О, сохранение, смотрите, появилось. Сейчас будет босс. Ой-ой-ой. Блин, я так буду его полжизни убивать. А, не надо прыгать, что ли, когда он открывается? А нет, надо. Ай-яй-яй. Есть. Фух. О, новый удар. Новое оружие. Снаряды этого оружия широкие, ими легче попасть в врагов. Допустим. Ну-ка, как он выглядит? О, неплохо. Прилетели. Корпорация кошка-лягушка. Опять его ругаются. Да, все еще в плохом настроении. Если ты очистишь все транспортные устройства, ну, может быть, вот держи. Банка с сердечком. Она автоматически восстановит 4, когда вы потеряете последнее сердечко. Прикольно. Не, забавная игрушка. Правда, она очень старая и, возможно, даже и никому не нужная будет. Но очень классно выглядит. Реально досовская игрушка. Я прям вот как будто на старом Pentium играю. Игра, по-моему, года. Чисто случайно попалась, мне просто интересно, визуал понравился. Думаю попробовать ее.
Во, теперь я могу задевать их. Сейчас побежит. Нифига себе. А я допрыгну? Рыбка, рыбка. Блин, так и думал. Тварь. А, я могу плавать, наверное. О, я не могу их ломать. Подожди, я могу плавать, наверное. Я же лягушка, ёпта мать. Я с ним не могу плавать. Да, блин. Так, а сколько? Ладно, в общем, давайте... Давайте еще чуть-чуть пройдем. О, сундук. Голубь! Большая монета, большая! Стой! Сейчас исчезнет. 50? Блин, мне был, конечно, этот... Найти магазик. Ой-ой. Аккуратно. Кто это? Голуби, бля. Ага, потерял, блин, из-за вас. Голуби сраные. Еще сердечко потерял. Блин. А если переключить оружие? А как переключить оружие? Ага. Так получше будет. Тут дальность лучше. Ух, пробежал. Ой-ой-ой. Грязь. Так, ты кто? Блин, муха какая-то. Засасывает. О, магазинчик, отлично. Уходим. Так, по оружию что? А, можно веер улучшать, да? Так, сколько стоит? Нифига себе, а что так много? А можно еще улучшить? 300? Ты обалдел, что ли? Доп, сердечко, это хорошо. А сколько улучшить вот это, допустим? 500. А где я столько денег-то возьму? Ой. Нечаянно. Во! Я понимаю. Луч смерти. Ладно, в общем, давайте здесь останавливаться. Всем, кому понравилась данная игрушка, берите на вооружение. Вот такая вот игрушка есть. Классная, забавная. Просто поиграть как бы можно. С вами был, как всегда, Артём. Подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчики. Приходите на стримы. Увидимся. Всем пока-пока.